Так это чьи деньги-то? Ваши. Синицы. А, ну может быть, да. Ваши. Я потому что вынуждена сильно мне отдала лишние деньги. Угу. Ладно. Это ваши. Ёху! Ёху! Ёху!
Давайте кто-нибудь нога отрезает. Все, спасибо. Но можно вдвоем. Давайте сами. Ну и что теперь? Меня зовут Мария Искусница, я царевна в Медном Царстве. И сегодня я вас хочу пригласить в нашу сказочную библиотеку, которая открылась у нас в преддверии Нового года. Там собраны книги и сказки со всего света, и все они необычные, картинки в них оживают, и можно оказаться в любой сказке. И сейчас я вас приглашаю посетить нашу библиотеку. Ого, вот он! Я рада, что вдвоем.
Может быть, вы мне и сказку назовете? Молодцы, совершенно верно. Ну-ка, следующий персонаж, вы узнаете, кто это? Это молодец, конечно, Кикимора Вятская. Она хозяйка заповедника сказок. Она очень веселая, любит гостей принимать, с гор кататься на пироги, пить чай. Это кто? Леший, он следит за порядком в лесу, чтобы все было ладно и хорошо. Так что мы сегодня ведем себя культурно, громко в лесу не кричим, зверюшек не обижаем и не мусорим, чтобы леший был всем доволен, и чтобы мы все порадовались от нашего путешествия. А как вы думаете, кто на следующей странице? Баба Яга. Кто еще как думает? Еще кто как думает? А давайте мы страницу перелистнем и посмотрим, кто же там спрятался. Здравствуйте! Ну вы молодцы, красные девицы! Рад всех приветствовать у нас в заповеднике сказок. Я представлюсь, Иван Богатырь. Стою на границе заповедника сказок. Владеев не пускаю, а только добрых да вежливых читателей. Гости принимаю. Вы такие? Да. Ну ладно, раз такие. Ну и смотрите, в сказочную библиотеку читательский билет необходим. Есть такой? Нет. Так, наверняка у взрослых есть. Мы сейчас каждый из вас получит билет. Только сделаем особым образом. Девушки, красавицы, где я вас не вижу? Улыбнитесь. Добрые молодцы, богатыри. Покажите свою вот силищу. Сейчас знаете, что сделаем? Богатыри чуть поудаль станут на шаг назад. А девушки, красавицы, паровозиком за цареной становись. А с билетиками вы сюда подходите, сейчас каждому раздадим. Паровозиком дамы. Добрые молодцы, чуть поудаль. Так, и сюда подходите с билетками. Пожалуйста. Кто билет получил, кармашек прячем, не теряем. Пожалуйста. Билетики, кармашек прячем, не теряем. На маршруте работает контроль. Все правильно. Леша, увидишь, что без билетов пень затащит себе, там и останетесь. Так. Мальчишки тоже к вам относятся. Билетик получили, в кармашек сразу прячем. Так, на всех ли хватает-то? В одну из них переместиться. В какую сказку будем попадать? Еще кто в какую хочет? Колобок. Да. Маленький цветочек. Вариантов, ребята, много, конечно. Но чтобы нам легче было выбрать, я думаю, сначала мы все залы в нашей библиотеке посмотрим, чтобы со всеми сказками познакомиться. А для этого вызову я свою. Здравствуйте, гости дорогие. Здравствуй, сестрица. Здравствуй, сестрица. Помощь мне твоя нужна, Настасьюшка. Хочу нашим гостям дорогим все залы в библиотеке показать. Но слишком много их. Я думаю, мы такой толпой не пойдем. А сейчас поделимся с вами на две группы. Вот эта половина. Вот те, кто сидит на этих скамеечках. Они пойдут с Настасьюшкой. А вы пойдете со мной. Поэтому... Так, сюда. Наша половина. Главное достояние – это не разруби кольчуга, одеяние богатырей русских,
Не раз оно им жизнь спасало, да защищало от удара меча вражеского. Если за эту кольчугу подержаться, то можно силушки богатырской набраться. Не стесняйтесь, подходите, держитесь. А кто уже подержался, дайте возможность другим. Ну а кто силы набрался, покажите ко мне, сколько силы-то поприбавилось. Ой, чувствую, чувствую. Ну а сейчас давайте мы все представим, что на нас напали, и нам нужно постоять за родину свою. Мальчишки, давайте вот представьте, что у вас меч тяжелый в ножнах. На счет три меч достаем и говорим, эх, постоим за Русь-матушку. Все вместе, давайте, 3-4. Эх, постоим за Русь-матушку. Ой, девчонки, вы-то помогайте, а то так не солидно получится, и думаю, нас никто не испугается. А надо так крикнуть, чтобы все наши недруги по углам разбежались. Давайте, меч все достаем и 3-4. Эх, постоим за Русь-матушку. Но так как у нас как все делается по 3 раза, так что надо и 3-й раз обязательно все. Да так дружно, чтобы аж стены сотрясались. Давайте, 3-4. Эх, постоим за Русь-матушку! Он замечательный, я думаю, так нам никто не спрашивает. Еще здесь много всего интересного. Сапоги, скороходы. Если кто-то хочет бегать быстрее всех, стать спортсменом великим, нужно рукой осторожно до сапог дотронуться. Тут и скатерть самобранка. Кто хочет вкусно научиться готовить, тоже за скатерть подержаться. Тут вот гусли самобуды, сладкими самоплясами. Если кто хочет быть одаренным музыкальными способностями, надо рукой по струнам провести. Посмотрите, давайте все проделайте обязательно, чтобы всеми различными, замечательными, удивительными способностями зарядиться. А ребята, посмотрите-ка, тут очень интересный экспонат. Да-да-да, видите его? Не трогайте. Нету. А хотите, вам расскажу секрет? Вот так просто вы его никогда не увидите. Появляется шапка только тогда, когда дело какое-то, когда без нее ну никак не обойтись. А если для баловства нужна, никогда ее не увидите. Вот это был у нас зал русских народных сказок. И сейчас прошу в следующий зал. Осторожно, не толкайтесь на место свадьбы. Так что обязательно смотритесь, 5 секунд не моргая. А еще здесь волшебный песок. Надо по песку рукой провести и загадать желание, тогда оно обязательно исполнится. Где волшебный песок? Вот там волшебный песок. Кто волшебный песок не трогал еще? Я же Ваня списала! Ты думаешь, это стрелять? Все, загадала. Кто Ваня загадал, проходите в следующий зал. Этот зал, конечно, только для самых смелых. Так что, кто себя смелым считает, заходите в этот зал. А я себе выбрала. Тоже пришли. На место. На место. Итак, это зал сказок Кощея. Давайте к нему в гости приходят сказочные герои, рассказывают свои истории. Он вдохновляется и пишет, пишет, создает, творит новые чудесные сказки. И если вы внимательно по сторонам посмотрите, то можете узнать и догадаться, кто же был в гостях у Деда Мороза и что оставил. Правильно. А вот тыковку кто мог оставить? Золушка. А яичко золотое? Золушка. Правильно. А шпагу такую замечательную? Илья Муромец. Вот сапога. Ну, у Ильи Муромца меч. А это тут шпага. Еще вальвина была. Да. А давайте с вами вспомним, в какой сказке был волшебный камин? Я не помню, где вспомните. Буратино. Буратино, совершенно верно. А давайте мы сейчас как Буратино. Сейчас вместе с оленем, вместе с оленем. Снимайте место, да?
ходить. Будем занимать места. Пустой листок. А где сказочка-то, ребята, пропала? Что же делать-то? Что я Деду Морозу-то скажу? Пропала сказка, сестра. Сестрица, ты не волнуйся. Можно спросить ведь нашу младшую сестру, Василису Премудрую. Премудрую, она точно все знает. Вы, ребята, мне только помогайте, повторяйте заклинание. Колечко золотое на пальчике крутись, царевна золотая пред нами появись. А теперь давайте все вместе. Колечко золотое на пальчике крутись, царевна золотая пред нами появись. Здравствуйте, добрые молодцы! Здравствуйте, красные девицы! Здравствуйте, сестрицы мои ненаглядные! Зачем звали меня? Ой, беда у нас, Василисушка, сказка Дедушки Мороза. Так, ребят, давайте сядем. Давайте, сидите, сидите. Вы меня не видели, я вас не видел. Думаю, вы им показываться не положено. Кузя! Кузя, помощь твоя нужна, беда у нас. Какая беда? Сказочка Дедушки Мороза пропала. Посмотри, картинок нет, буквы перепутанные, какие вовсе исчезли. Что же делать? Оттуда ни одна сказка еще не пропадала. Туда положь. А дальше что? Искать надо чего. Вот он вчера носки не мыл. Что такое? Нечистой силой пахнет. Ты нечистая. Не-не-не, от нее Шанелью пахнет. Тут Баба Яга была. Баба Яга? Так, наверное, она сказочку что-то не сделала. Кто бы еще на такое осмелился, кроме Бабы Яги? Ну, так я к ней один не пойду. Сейчас же есть у нас. Вы пойдете с Кузей. Дружина сюда не влезет. Вот может только эта девочка. Залази. Пешком пойдете? Пешком, конечно. А я вам, ребята, в дорогу дам яблочко медное да волшебное. Оно правду помогает узнавать. Ведь Баба Яга обмануть может. Спасибо. От меня, голубка, держите серебряный колокольчик. Позвоните у него, когда в беде окажетесь. Я приду. Спасибо, царевна. Ну что, ребята, в добрый путь. Все за Кузенькой. Вы во всем помогаете. Жадный такой. Сказки. Хитростью брать. Эту-то каждый сможет. А что сделаем? Правильно. Мы с бабушкой поиграем. Это мы в доверие к ней втянемся. А как бабушка расслабится? Мы к ней в дом и зайдем. А как зайдем, про сказку спросим. Из дома-то она никуда же не денется, правильно? Правильно. Да. Хорошо придумал. Только чур договор. С бабушкой вежливо себя ведем, она же старенькая, вдруг развалится. Вот. Аккуратно, вежливо. Вот. А так вот будь то мимо по лесу гуляем, грибы собираем, виды не подаем. Я грибы себе. Такие грибы, белые грибы, как я под снегом грибы. Мухоморы какие. Вот это гриб. Я думаю, что снег валится. Накорми, Накорми! Напои! Баньки!
Ваньки попали! Повеселина! Друзья мои, девчонки на дальнем кордоне! Поверьте, что я по веселью первым мастерица. Честное слово. Значит, знаете, какое модное веселье есть? Называется парковка. Морковка? Какая морковка? Парковка, парковка, конечно! Парковка! Кто к веселью готов? Аккуратненько веревочку поднимайте и за мной грудь колесом вперед. Вот так. Веревочку поднять, поднять. Сразу зайдем. Ищем. Руки осторожно. Где воздушная природа? Давай вокруг меня, широкий круг, за 3 секунды. 1, 2, 3,5, 2 на ниточке, 2 на кузеньке. Кто замерз? Куди мої половики не хлопані? Куди мої не хлопані? Половики не повісі. Іграть хочу. Іграть хочеш? Звісно, гості рибі. Я прийду. Дівчонки, робимо як? Робимо, поіграємо мою любиму ігру. Яшки, Машки, Барабашки. Хто мені хлопане в половичках? Раз, два, три, чотири. Кузеньки! Кто в них хлопаных, кто в них хлопаных половичках, тот кузеньки, а тот хлопаных, тот стоит. Саня! Девчонки, чуть ближе, но не слышно будет. Так, слушай внимательно. Так, девицы, красавицы, умницы, есть такие, сидите руки, есть такие? Конечно. Так, запоминайте, вы Яшки, вы Машки. Так, запомнили. Так, благодарю я был их делать и посмотреть такие. Если благодарить, то, конечно, вот видишь, есть. Вы Яшки. Помнили? Так, как зовут? Настя. Маша, Машка, ты Машка. Хорошо. Как зовут? Да какой Данил, господи, Яшка, Яшка, конечно. Итак, слушайте внимательно. Так, слушайте внимательно, смотрите. Барабашки. Где бегаем? Где в подборе бегаем, они нас не поймают. Если вдруг они заляпали, что делаем? Встаем ноги широко, руки широко и кричим, что из мочек. Помогите! Спасите! Под ногами проводите! Поняли? Надо самим не попасться и друзей спасать, приучать. Я на потешенстве.
потішуся. Речі одна і краще. Позненько несі зелену половину. На чотирьох по мені, чотирьох. Один, два, три. Остальні бабушки, бабушки, побіжали. Конечно, надо же в ванне попасть. Девчонки, у нас будет тайное совещание. Смотрите, давайте мы... Мальчишки, мальчишки, давайте мы наших мальчишек первыми в ваню запихаем. Да, чтобы им больше досталось. Хорошо, мальчишки, паровозик. Друг за другом колонну становись, мальчики. Мальчишки, мальчишки. Мальчики, за ними девочки. Команда, слушай меня внимательно. Паровоз, двигайся, двигайся. Так, слушай меня внимательно. У вас, дорогие, видите, чистенькая, симпатичненькая. Потому что... Я захожу через печку, понимаете? Вы тоже так же в печку ныряете. А там, смотрите, девчонки, вот видите, все в моей бане, половики висят, сушатся. Это все у меня баня, баня, баня. Итак, вы в бане попадаете, а там в бане главный парильщик. Кто? Конечно, я. Вот так, о, встретила, попарила хорошо. Так, друзья мои, чур уговор. Не сильно, да я постараюсь, как могу. Друзья мои, Кузенька, не попадаться больше трех раз, ну никак нельзя. Кто больше трех раз попадется, то вот жирная, симпатичная... Лягушка. Двойка. По математике. Две. Это народная примета такая. А никак нельзя, правильно? Поэтому мне черт не попадаться. Договорились? Да. По одному, заходи в печку. Ушел. Дай на ветровку, погоди. Так, ну-ка, давай. Не готов, ушел, там приготовят. Ой, ногам-то долги, не маши. Кузенька, Брита, домой не пустят. Погоди, скорее, Кузенька. Эти умнички, эти молодцы. Готова, пошла. Не готова, пошла. Там купала будешь. Готова.
Деда Мороза испортила! Ох ты, хулиганка, баба Яга! 300 лет победа, все хулиганишь! Я уже, между прочим, буквы отдала, дорогу показала вообще, я уже... Ну вот и делай картинки, а я спать дальше пошел. Погоди, погоди! Я, смотрите, даже шарфик красивый есть. Ты понимаешь, у нас художников полно, гора. Мы готовы нарисовать новую, красивую, вот такую. Ну и чё, я спать должен. Я придумала. Вот что скажем. Леший, если мы новогоднюю сказку не восстановим, до картины... Пусть хватит с девочками заигрывать. До картину эту самую не нарисуем, то весны не наступит, не можешь спать твоим. Нет, 100 лет. Сколько? 500! 100 лет! Непорядок! Ладно, сейчас еще и стука, разойдись!
Так. Что ты кому-то машешь, ты девица? Это мой тебе рано. А, ну ладно. Карина следит. Ладно, бабьего, простили ее, нет? Да. Да. А если опять хулиганить будет? Слышала, бабника, если будешь хулиганить, она тебе под суд. Где-нибудь под король и под суд. Ладно, ты иди, вон мальчик говорит, Змей Горыныч буянит. Иди, Змей Горыныч, включай. Чего ты лезешь туда, у меня там жена спит. Ладно, ребята, надо с вами идти ко мне в мастерскую. Готовы? Да! Тогда видите, у меня на спине мокрый слёп. Попили же на спине. Ну, давай, Залесенька. Вот, побежали, Лилия, не отставаем. Так, ноги покажите. Но на ногах сугробы, значит, потом полегонки. Чтобы дома у меня тоже сугробы. И вот здесь вот ноги надо почистить, чтобы особенно грязные. Вот здесь вот. Ну да, еще две. Ну, ноги чистые, сугробы с головы стряхнули и заплатили. Красками начнем рисовать. Может, у нас как амаляка получится, правильно? А если возьмем карандаш, нарисуем эскиз, черно-белый, вдруг рука дрогнет, получится у него вот такой здоровенный нос. Можно будет нос подстереть и потом красиво, аккуратно подрисовать, правильно? Вот. А потом уже этот эскиз надо разукрасить, чтобы красиво был. Согласны? Да. Вот нам тоже, чтобы рисунок сказочно рисовать, нужно сначала черно-белый рисунок сделать, а потом уже разукрашивать. Согласны? Да. Ну вот, Кусь, ты по печке любишь ползать? Я люблю. О, любишь. Но я вижу, что пирогами его только накорми. Вот тогда вот с ребятами черно-белый рисунок будешь делать. Вот только их там печья много, вот дай эту красивую девочку и вот эту вот. Пойдем, пойдем. Только не ешь. Нет, хорошо, но это должен быть яркий. Нет, ты мне поможешь. А вы все со мной будете? Вот, так. Вот сюда, смотри, сюда. Мальчик, ты не посядь, не боишься. Вот мы сейчас с вами спрячемся, чтобы столкновение не убежало. Так, поглядывай. Сиди, сиди. Вот, ну, у любого художника должен быть что? Куда не тут подглядывают? Любого художника должен быть вверх. Это стол. Когда ты с вами будем делать черно-белый театр. Как он называется, кто знает? Молодец, театр теней. Здесь будет свет. Это сцена, каждый из вас будет сказочный герой. Чтобы ваш герой на сцене появился, мы его берем, сюда походим. Нужно присесть, чтобы вас не было видно. Хорошо. И героям я свои. Я буду вам раздавать предметы. Только да в я не сюда. Ты спрячься. Это кто? Спрячься, Кузя. Карина. Кто я? Не похоже. Только с условием, что вы Змей Горыныч. Ну что, видно, что пальцы да показывают? Как в первом классе. Будем? Да, девочка, мальчик. Артистичный должен быть. Вот тебе снег на голову тебе. Вот тебе. Вот смотри, когда я скажу после игрока, ты ходишь сюда, в одну сторону, такой, ура, меня слепи! Садись, садись, садись. Ну, а еще мне нужны сугробы. Так, вот девочки, вы будете сугробами. Чего? Садись, садись. Так, когда скажу про сугробы, ваша задача будет такая, надо будет сделать так. Ой, аккуратно. Запомнили? Скажите пока, чтобы на полу не сидело. Вот. Ну что, все готовы? Да. Так, ну все, пока выключили. Все, выключили. Девочки, выключили, выключили. Все, совсем выключили. Совсем выключили. Луна, луна, выключи пока. Так правильно? Ребята, когда я буду рассказывать, слушайте меня внимательно. Я буду говорить, кто появляется, кто исчезает. Вот так? Да. Тогда все выключаем. Сейчас посмотрим сначала их сказку, а потом свою игру покажем. Движение все придумали? Да, дуванчик сюда. Нет. Кто не придумал? Поэтому. Нет, поэтому. Девочки, сидите, глядите-ка туда. Нет, не так и выбрал. Мастя, болезнь. Можете на колено в сугробу садиться. А можно? Вот. Спасибо. Найдешь, вешай. Да, иди.
На двоих? Кто? В угол задвигай. Одно сюда, а в угол. Ну что, все готовы? Так. Мальчики, присели, пока вот здесь. Руку на колено, присели. Садись, рядышком садись. Хорошо, все готовы? Леша, готовы? Аплодисменты ногами. В 9-м царстве, в 10-м государстве жила-была Белочка. Звали Белочку. Как назовем? Звездочка. Прекрасное имя! Звездочка! Белочка по лесу бежала, орешки шишки, что-то как на костылях. Белочка по лесу бежала, бежала, орешки собирала. Бегите так, друг, как Майкл Джексон побежал. Передом беги. Вот. И тут нежданная ей шишка как на голову упадет. Белочка жива осталась, все хорошо. Белочка шишку в лавке взяла. Побежала с ней не в зубы. Вот, сладкие. Вот. И с ней побежала. И бежала на болото к водяному. Водяной. Пусти, сиди. Белочка, беги, беги еще, беги. Пускай пузыри водяной. Шучу, шучу. Молодец. Белочка к нему подбегает, говорит, ты чего такой грустный, держи, тебе шишка. Используй как полсредства, что ты отвернулся. И убежала Белочка. Водяной с шишкой плавал, плавал. Летит Баба-Яга мимо. Вот, приступа у ней новая, реактивная, трехскоростная. Она к нему подлетает. Она к нему подлетает, говорит, ой, Жиля, водяной, какая у тебя штука красивая, подари мне. Конечно, ничего не жалко для такой бабы-барышни красивой. И уплыл водяной. Баба-яга с шишкой полетела, полетела. Лети, баба-яга. Штормит бабушку как-то. Полетела понад лесом, низенько, низенько. Видит, пусть еще бежит, думаю, ой. Она к нему подлетает, говорит, Кузенька, соколик, я хунтовый, вернись, я все прощу. Да, держи тебе шишку. Вот. И улетела бабушка. Кузеньку ждать. А он говорит, ага, жди, пожди меня еще 360 лет с половиной и тремя месяцами. Вот. А сам решил эту шишку подарить Кике Моревятской. Он в нее влюблен был. Ой, как влюблен тайно. Он к ней подходит, подходи, 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 не целуйся только, маленькие они еще были. Он ей шишку дарит, говорит, какие вроде жить, маленькие еще были, говорит. И убежал, а у них ног не было. Застеснялся, вот, потому что ног у него не было, вот он и застеснялся. Какие ему раз шишка игралась, игралась и доигралась. Бежит из лесу волк, зубами щелк. Кикимори подбегает и говорит, Кикимори, я тебя съем. Не ешь меня, вот тебе шишка. Она это, экологически чистая. Она вкуснее. И убежала Кикимори, живая, здоровая. А волк шишку грыз, грыз. Что ты головой-то бьешься? Просто ешь ее. Грыз, грыз, не разгрыз. Сам не заметил, как пришел на заставу богатырскую. А там Алеша Попович, здоровенный был мужчина. Волк к нему подходит и Алешеньку говорит, давай, волк, силушкой мерятся. Он говорит, ага, сейчас ты на себя посмотри, ты здоровенный, а я маленький, вот тебе шишка. Держи, вот знак примирения. Волк убежал, не заметил, что богатырь-то маленький стал обратно. Действие зелья закончилось. Видит Алешенька, Змей Горыныч на горизонте летит. Он, недолго думая, шишку в него кидает. Змей-то ее и поймал. Поймал. А Алешенька ушел дальше в границу русско-китайскую сторожить. Змей Горыныч шишкой лети, лети. Шишку эту решил царевне Несмеяне подарить. Царевне Несмеяне. Она у него в башне томится, ревет, реви. Ревет, царевна. Стрельга летят, а у царевны. Вот тут и подлетает, держи, говорит, шишечку тебе. И улетел Змей Горыныч.
А царевна как засмеется от такого корабля? Смех и смех, как и не отличаются. Эту шишку решила царевна подарить батюшке-царю на юбилей. Царь по болотам белокаменным ходит, каблуками топает, топай каблуками. Судя по звуку, 8 ног было у царя. Царевна шишку ему дарит, держи ли царь батюшка, а я пошла дальше башку явить. Царь эту шишечку покрутил, повертел, ни золота, ни серебра, а штука ценная. Решил подарить царь, дедушке Морозу на Новый год. Царь, поднимайся выше. Давай. Держи, говорит дедушка, а я пошел спать, почивать, страной править. Дедушка Мороз ту шишку увидел, обрадовался. Где-то он ее первый в белку запустил. Она вон какой путь сделала. Сколько добра ребята принесла. Тогда дедушка шишку посадил. Посадил в землю дедушка шишку не себя, а шишку. И выросла из той шишки две елочки. Одна... Давай, елочки, поехали. Елочки. Вот эффект добавляем. Одна умная, а другая красивая. Стали вокруг тех елочек ребята хороводы водить, песни петь, а Новый год встречать. Тут и сказочки конец, а кто слушал? Аплодисменты! Ну, давайте посмотрим на артистов. Спрятали, пока все выключили, спрятали. Так. Так. Кланяемся, дружно, и оп! Молодцы! Аплодисменты еще раз! Так, временные зрители перекочевывают на ту сторону. Все выключите. Сказка начинается. В начале года зима. Ну вот, потихонечку поднимается в небо солнышко. Солнышко. Солнышко, поднимайся. Ты куда рано? Ты что? Ну, солнышко поднялось где-то там. И наступает весна. Начинают порхать в небе веселые бабочки. Порхают, порхайте, порхайте. Чего как вертолеты-то? Порхайте. Вот воздух порхает. А потом вслед за ними просыпаются цветочки, одуванчики. Раскрываются. Вот, вот солнышко наконец-то проснулось. Вот, если на такой одуванчик западут, то может исполниться любое желание. Вот все цветочки проснулись, тепло, жара, лето. Ну, лето, конечно, это хорошо, но потихонечку и лето подходит к концу. Куда все улетели-то, бабочки? Летайте, летайте. Летайте, летайте. Вот, поднимается высоко луна. Соответственно, солнышко прячется, а то у вас же не Марс. Солнышко прячется уже. Вот, близится осень. Потихонечку где-то в грибочки выросли. Грибочки выросли. Гриб! Грибочки выросли. Вот. Ну, наступает осень. Громы, молнии сверкают. Громы, молнии. Сильнее громы, молнии. Вот, наступает осень. Где-то бабочки попрятались все. Бабочки попрятались. Цветочки тоже поникли. Цветочки спрятались. Дядя Вася последний гриб забрал. Наступает время, когда начинает с неба падать первый снег. Первый снег. Снег. Снежинки вот кружатся радостно. Появляются сугробы. Сугробы. Вот сугробы появились. Ребята начинают лепить снеговиков. Снеговик. Снеговик. Ура! Меня слепили! Молодец. Начинается время волшебства. Ребята зажигают новогоднюю елку. Елка. 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 Вот. И вслед за елочкой просыпаются все бабочки, цветочки, грибочки, все огоньки зажигаются. И все ждут Деда Мороза, и все кричат: «С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!» Ура! Аплодисменты! Понравилось? Друзья, спасибо.
Была ли когда-нибудь в таком театре цветовом? Не была ли, когда кому понравилось ручками похлопали? Ножками хлопали? А кому больше всех понравилось ручками, ножками? Это не верно. Витя! И какой татарский? Давайте, брат, солнышко. Молодец. Вот есть у меня такая штука, то значит, как девочки, девочку ты не спрятала? А зачем она нужна, знаете? Вот у меня тут все цвета радуги есть. Вот тебе, Кузя, сундук открывай, вот тебе для сказки пригодятся. Спасибо, Лешенька, теперь у нас с вами краски есть, буквы Листочки. Есть, сказка есть. Можно едино сказочку собрать, да, оживить ее. А погоди, я знаю, тут есть недалеко крепость Серебряной Царевны, там есть живой источник. Там можно все ее оживить, хотите, покажу? Конечно! Ну тогда, ребята, пойдем со мной. Ну, таких, которые бегают и орут, да, я боюсь. Обычно. Колокольчиком? А, вы хлопали и топали, приготовили? Хлопать будем и топать. Готовы? 3, 4, хлопаем, топаем, хлопаем. Тили. Активно, да, где царевна? Побежали к ней. Пойдемте, аккуратно, она уже там. Вокруг меня в кольцо, за 3 секунды становись! Шире! Раз! Два! Три! А теперь шаг назад делай! Так, ну я тогда покажу, как этим пользоваться. Это называется ковер-самолет. Потому что сам едешь на нем и сам орешь. Вот, садимся, ноги специально есть у вас, покажите. Ноги специальные закрылки. Так, Кузя, садись, вторым будешь. Далее по двое кататься. Вот, садись. Вот и как, на печку-то развернешься. Давай, да ко мне лицом, вот, правильно. Ноги, ну подмышки есть у вас? Подмышки покажите. Вот, так, погодите, Кузя. Вот ноги надо, подмышки. Можно пятки покусать. Вот, и обязательно держаться крепко. Послушай меня, Кузя, за лямки. Вот тут лямки есть. Обязательно за лямки. И обязательно спросить, готов? Готов. Тогда поехали. Ну, чтоб порядок был, давайте по 3 человека. Перед царевной становись, по 3 человека. Сначала по 3 человека вставай. Так, три человека, все у вас, вот, 1, 2, 3, вставайте. А теперь, ребята, вон сюда вставайте, вон сюда. Вот, где у вас три человека? Вы ищи себе, вон, девчонки, вдвоем, три. Ну, ребята, тогда вот этих вот сейчас. Я к себе заберу. Вы пойдете со мной сейчас, я вам покажу здесь. Вы пойдете с Кузей, хорошо? Да, я пойду. Наташа, выберите себе по одному. По одному на 3 человека. Если ковров не хватило, вон там подвесочка. Большие девочки, тоже не стойте, покатайтесь.
Мальчики, мальчики, ковер туда кладите под лестницу и ко мне идите. Мальчики, идите. Так, мальчики, Да, получается. Да. Эх, баб-яга опять за старое. Ну что ж,
А как вы ее смогли сказку достать? Мы с ним подружились. Вы подружились? Ничего себе. Мы на вопросы отвечали и подсказки называли. А какие вопросы отвечали? Ну, какие вопросы? Сложные. Что в горшочках или в сундучке? Что в горшочках? Как вы угадали, что у нее может быть в горшочках? Это что по сказке. Золотое яблочко. Вам Кузенька помог, и сестрицы мои. Конечно же. Ну и что, после Бабы Яги сразу ко мне пошли? Ага. Нет. Да? Нет. Мальчики пели как птички, а мы пели. Вот оно что. Ну тогда, конечно, вы полностью. Не знаю. Не знаете? А я знаю все. Кузик вам, наверное, не сказал? Он мне сказал, что всю сказку собрал. Только вот отогреваться принес ко мне в Золотое Царство. Ну пока, ребята, слушайте, я вам тоже немножко загадки позагадываю. Но только не такие, как у Баб-Яги, добрые загадки. Знаете ли вы, ребята, когда у Дедушки Мороза день рождения? Не то, чтобы он только выпадает, это снег, который уже больше не тает. То есть он выпадает, и уже все, наступает окончательная зима. Вот так вот интересно. А, вот у нас Дед Мороз, правильно? А кто же тогда в Европе? Знаете? А как переводится имя Санта-Клауса? Санта? Один стеклассницы помогут ответить на этот вопрос. Я даже слышала, такой класс чаем. Как переводится имя Санта-Клауса? Знаете? Святой. Святой, правильно. А Клаус? Клаус человек. Николай, Костя. Конечно. Костя. Да. Святой Костя. Святой Николай. А чем же он так отличается от нашего-то Дедушки Мороза? Кто знает? Может, подарки да. Куда ходят подарки наш Дедушка Мороз? А наш что Дедушка Мороз? Под елку. Под елку. А Санта Клаус? На коне. Правильно. Только под елку. Ребячки, сейчас вас включу. А вот загадок. Чай-то наш простой, чай-то волшебный. Девочка, он красоты прибавляет. А мальчишка в силу богатырского отпуска, его кому подлить нужно? Давайте по порядочку. Ну что? Ребят, а в чем ходит наш Дедушка Мороз? Кто знает? Шубик красный. А Санта-Клаус? А в чем Санта-Клаус ходит? Голубой шубе Санта-Клаус ходит? В чем главное отличие шубы Санта-Клауса? У них в Европе что? Тепло? Правильно? И шуба? У него короткая? Летняя. Короткая. Потому что дети он же вежливый, конечно, он вежливый, Санта-Клаус. И ему приходится в каждом доме стоять и печенье, и молоко. А на чем у нас Дедушка Мороз не увлекается? На чем Дед Мороз ездит? На санках. Олени и санки. У Дедушки-то Мороза? Олени и три коня. Три коня у Деда Мороза. Конечно, молодцы. На три коня. Дайте водички. А Санта-Клаус? Олень у нас. Олень, водичку. Сколько оленей у него? Три. Восемь. Три оленя? Ну, шесть. Девять. Семь оленей. Да ведь? Семь? Новогодний вкус. Как ты знаешь? Thank you.
Ну что, еще раз кому нужно? А знали ли вы, ребятки, что в одной европейской стране не дедушка Мороз, а бабушка? Бабушка Мороз? Да, бабушка Мороз, можно сказать. Даем четыре варианта. В Италии, в Испании, в Португалии или в Норвегии? В Испании! В Норвегии! Первый столик, давайте. Португалия! Норвегия! Далее. Второй столик. Италия! Италия! Норвегия! Норвегия! Хорошо! Португалия! А у вас? Африка! Мы послушали. У нас место в одной стране европейской, место дедушки, бабушка. Вот какой? В Италии, Испании, Португалии или Норвегии? Португалия. Что ж, барабанная дробь. Давайте по столу. Барабанная дробь. И выиграли столик номер два. Я тоже говорила за Италию. Молодец. В Италии, знаете, как зовут? Зовут бабушку Бефана или Бефана. Вот. И приходит она ребятам через дымоход, оставляет Карина подарки. А пока ребятам она оставляет только угли да залу. Вот так интересно. Она только подарки кидает. Еще она дорожку скидку кидает уже. Знаете ли вы, как называют? Как зовут Санчика Мороза в Беларуси? Знаешь? Как называют Санчика Мороза в Беларуси? Иван! Какие еще варианты? Петр! Что же имена? Питер! Беларусь, она длиннее всем. Давайте ответь четыре варианта. Давайте вам четыре варианта даю. Белорусский Дед Мороз. Гудя. Деда. Зюзя. Или Гудя. Зюзя. Зюзя, и вы на самом деле правы. Белорусского Деда Мороза зовут Зюзя. Да. А знаете почему? Вы знаете? Нет. Так зовут книг духа зимы. То есть такой дедушка с бородой, он приносит снег и холод. И поэтому Дедушку Мороза они тоже зовут Зюзей. Вот так, ребята. Я правда думаю, вы... А вас-то мы отогрели? Да. Вот первый столик сейчас замерзает, видимо. Отогрели, ребята? Да. Всех точно? Да. Нет. Раз я сказку нашу отогрели, я думаю, она уже вся там сложилась. Только не хватает там одного маленького элемента. А где Толя? Не хватает в ней волшебства. А чтобы волшебство в нашей сказке было, что нужно сделать? Елку зажечь. О, я хотела. А какие еще варианты есть? Как можно? А вы когда были? Кто меня слышит, хлопните один раз. Кто меня слышит, хлопните два раза. Кто меня слышит, хлопните три раза. Напишу правила. Вот, самая волшебная девочка у Дедушки Мороза. Снегурочка. Леший. Она нам поможет дать эту волшебную нашу комнату. Хорошо, девочка. Только быстро. Скажите-ка, а вы сами волшебники? Нет. Да. Да. Ну, сейчас проверим. Ну-ка, ручки так поднимите.
И вот так пальчиками подвигать. А ну-ка быстрее. А еще быстрее. Вы посмотрите на соседей, у вас ручки-то волшебные. Ну, замечательно. Тогда с такими волшебными ручками приглашаю вас в гостиную Деда Мороза. Проходите со мной. Лиза подлезла. Так вот там свободно, ты присядься. Поднимите не глаза, не вам. Тут посадите. Девочки, присядьте. Надо сюда, присядьте сюда. Настя, присядьте. Ну что, все готовы у нас? Замечательно. Тогда, друзья, глазки на меня все поднимите. Вот, замечательно. Давайте договоримся с вами так. Будем себя вести настолько тихонечко, чтобы слышите музыку. Да. Чтобы ее всегда было слышно. Молодцы. А еще я вас очень сильно попрошу. Вот скажите, я ведь не учительница никакая, правильно? Ну, а да. Вы и не в школе, верно? Есть. Давайте я вам сегодня не буду никаких замечаний делать. Давайте вы себя будете вести как хорошо, как настоящие, вот прям как зайчики. Давайте. Знаете, как зайчики себя ведут? Ой, да, вот так. Тихонечко сидят и глазки не смотрят. Молодцы. Итак, дорогие друзья, зайчики мои, я вам предлагаю вот что сделать. Раз вы мне доказали, что вы настоящие волшебники, давайте мы с вами сделаем волшебство такое, чтобы вы его могли домой унести. Хотите? Да! Тогда я вам предлагаю сделать веселого снеговика. Хотите? Да! Тогда слушайте меня внимательно, что нужно будет делать. Итак, для начала. Возьмите в ручки такую ткань, которая похожа на снежочек. Или на сладкую вату. На сладкую вату. Только главное не облизывайте. Это не она. Конечно. Итак, когда все будут готовы, пока больше ничего не надо. Девчонки, пока не нужно. Итак, как только будете готовы, друзья, на меня глазки поднимите. Молодцы. Итак, сейчас вот этот снежочек нам с вами нужно свернуть в трубочку, но не просто так. Чтобы сворачивать, чтобы нам снеговичок-то был волшебный, нужно самое главное. Вспомните свое самое-самое приятное воспоминание. Может быть, день рождения, когда вам много подарков надарили, или Новый год, а может даже этот Новый год, который только-только наступил. Вот представляете, это самое приятное воспоминание. И в трубочку его закручивайте. Только закручивайте плотно, чтобы оно оттуда не улизнуло никак. Смотрите, и вот так должно получиться. Вот такая трубочка. Может чуть-чуть побольше быть, ничего страшного. Молодцы. Если готовы, вот так трубочку поднимите, чтобы я посмотрела у всех правильно. Вот тут у всех молодцы, ребята, правильно. Тут у нас тоже замечательно. Ой, все молодцы. Итак, чтобы наша трубочка никуда не убежала, не рассыпалась, нужно ее спрятать. Возьмите белый мешочек. И в белый мешочек положите свою трубочку, свои приятные воспоминания. Так, он растягивается, поэтому смело туда прям засовывает. Так, у кого там, где у нас круглая кошка получилась? У меня! Нужно еще более продолговатую сделать. Так, все. Ну что ж, я думаю, все справились, поэтому глазки на меня опять поднимите. Молодцы. Итак, сейчас вам нужно проверить, чтобы ваш снежочек ниоткуда не торчал. Никого не торчит снежочек? Нет, молодцы. Нужно пальчиком вот так осторожненько зажать, прижать. И в одну ручку положить. Сейчас во вторую ручку возьмите шнурочек. Только необычным способом. Возьмите ее ровно за серединку. И эту серединку приложите к вашему мешочку. Вот в этом месте нужно завязать два узелка, чтобы кончики были одинаковые.
Если вам неудобно самим завязывать, попросите соседей справа или слева. Они вам поддержат. Мешочек вы завяжете, а потом наоборот сделайте. Сами не мучаетесь одни, а то еще вдруг плохо завяжете, у вас из мешочек все выпадет. Так, и два узелочка. О, молодцы, какие. Получилось? Ничего страшного. Тоже справимся. Вот так вот за веревочки поднимите свои мешочки. Ну-ка покажите мне. О, вот кто уже поднял, у всех все правильно. У меня подушка. Молодцы. Да, теперь похоже на мешок с подарками. Ну-ка скажите, а кому можно такой подарок дать? Мне. Деду Морозу. Деду Морозу. Вы видели, какой Дед Мороз-то большой? А вы такой подарок мальчику. Это как? Снеговики-то тоже. Ну, снеговики разные бывают, ладно. Какой-нибудь мышки брать все. Теперь, друзья, делаем дальше. Посмотрите на меня внимательно. Итак, все готовы? Делаем. Ну-ка, мальчишки, готовы уже? Да. Две. Два узла в одном месте два сделали. Связать между собой, но необычным способом. Завязали один узелок. Не затягиваете его и тут же завязываете второй, чтобы в середине получилась вот такая вот петелька. Видите? Стоп, петелька. Да, молодец. Кто справился уже, можно на пальчик так повесить свой мешочек. Только вы не размахивайте, а то веревочка у вас оборвется. Будь здоров. Нет, и крепко правильно. Кто справился вот так? На пальчик одеть. О, красота. Почти как колечко. Да? Как на пальчике. Да. Итак, теперь, друзья, делаем дальше. Будем нашего снеговика утеплять. Возьмите треугольник цветной. И на меня снова посмотрите. Нужно треугольник взять так, чтобы самый острый его угол смотрел наверх. Взяли. Внизу нашли дырочку и наверху нашли, правильно? Теперь через низ вам нужно засунуть туда свой шнурочек. И высунуть через верх. Вот так. Вот так, проденьте сквозь. Все сделали. Теперь нужно, ребята, это будет шапочка у нашего снеговика. Мы ее натягиваем на его... пониже на голову. Во, вот так. Только сильно не натягивайте низко, чтобы у него там пол головы не было под шапкой. Во. Нету больше лица. А у тебя не осталось? А вот возьми мой красный. Вот так? А у нас тут есть еще? Ничего страшного, давай я вот. Получилось? У кого получилось, на пальчик снова пальчик. Все правильно. Делаем, друзья, дальше. Все готовы? Да. Ну-ка, не вижу глазок, чтобы глазки на меня подняли, чтобы мы дальше готовились. Правильно. Итак, мальчишки тоже готовы? Да. А чего у вас, мальчишки-болтушки, что ли? Да. Мальчишки. Итак, смотрите, что делаем дальше. Возьмите цветную полосочку. Это будет шарфик какой-нибудь у нашего снеговичка. Нужно эту полосочку завязать ровно посерединке. На серединке уделится снеговичка. Можно сложить ее пополам, чтобы она была поуже. Все, завязала ее. Вот. Я же говорю, посерединке у снеговичка надо завязать. Так. На узелочек. Можете спереди делать узелок, можете сзади. Как сами захотите. А я не разобралась. Ну-ка, есть у нас кто уже готов? На пальчики опять так же повесить. Вот тут все правильно. Мальчишки вон что-то долго. Хотите, можно спереди завязать, а можно и сзади завязать. Так, тут тоже у всех все верно, молодцы. И все правильно. Замечательно. Готовы дальше? Мальчишки-болтушки готовы дальше? Готов. Молодцы. Итак, что делаем сейчас? Самое интересное. Будем нашего снеговика оживлять. Возьмите фломастер. Нарисуйте ему мордочку. А внизу большой шарфик.
то можно нарисовать пуговки, как у пальто. Смотрите, а лицо можно вот нарисовать? Вот. Примерчик вообще. Смотрите, например, вот так. Вот так. Смотрите. Это же только пример, поэтому отсюда вы сами фантазируете, как больше нравится. Ой, как красиво. Алис, дай Маше. Вот Маша мне такие глазки нарисует. Маша рисует такие глазки. Так, ну что, готовы? Нет, нет. Ну, давай. Все у меня сделано. Ой, как здорово, реснички. Yeah.
даже проверить успела. Думаю, можно звать Дед Мороз. Ну-ка, друзья, садитесь за стол. И в порядок там наведите. Ломастика правильно положите. И снеговиков перед собой посадите. Вот, дай Так, готовы? Итак, для начала, ну-ка, друзья, начинаем ножками топать. Ножками. Теперь ладошки хлопать. Покажите мне свои изделия. Ой, да чего хорошо, снеговички. Ой, ребята, руки золотые у вас видно. Я же, ребята, для вас подарок приготовил. Сказку сочинил. Да беда случилась. Потерялась сказка. А мы ее нашли. Нашли сказку мою. А где же вы нашли-то? У Бабы-Яги! У Бабы-Яги сказку нашли? Да! А что она делала у нее? Она брала ее! Она хотела про себя написать, потому что ничего не было. А писать-то она умеет? Нет! А читать? Нет! О, и как же она написать-то про себя что хотела? Мы не знаем. Не беспокойтесь. Написал я про Бабу-Ягу. А сказка-то где сейчас лежит? Сундуке! Вот в этом сундуке! Вам, ребята, интересно, что вы собрали? Тогда погляжу. А чего это такое, девушка? А почему он не открывается? Ребята, замерз сундук-то что ли? Как это не открывается? Вы же отогрели его? Отогревали? Да. Дедушка, а может его волшебного слова не хватает? Есть у меня такое. Есть у меня заклинание. Загадка. Поможете отгадать ее? Да. Тогда откроется сундук. Это точно. Ну, ушки приготовьте. Да слушайте внимательно ее. Где творятся чудеса? Где волшебные места? Скажут дети без подсказок. Это заповедник. Сказа! Правильно, ребят. Да чего дружны-то вы? Отгадали загадку. Должен открыться сейчас сундук. Ну, пойдемте проверим, чего там в сказке-то у нас получилось или нет. О, молодцы. Давайте чужок назад сделаем, чтобы все было видно. О, молодцы. Рома? Нет, подожди, Смотрите-ка, открылся. Ну-ка, та самая сказка. Вот она сказка. На месте ли картинки, ребята? А буквы-то на месте. А кто это такая зелененькая? Ну, кого видели? А главная-то виновница кто у нас? Баба-Яга. А здесь не Баба-Яга? А то ведь про нее не напишешь, она вредность опять какую учинит, да, ребята? Вот. Все сказочные персонажи. Ну, ребята, каждому я по такой сказке подарю. А помимо этого-то, у меня для вас сейчас веселый подарок есть. Вы любите веселиться? Да! А чтобы нам хорошо повеселиться, есть у меня помощники, богатыри русские. Знаете ли вы таких? Да!
Правильно. А давайте немножко отойдем, а то они из окна выпрыгнут еще не будет. Позовем ребята богатырей-то, да? Позвать будем такими словами. Ребята, запоминайте слова. Крикнем. Раз, два, три. Вперед, богатыри. Да. Давайте тогда все вместе, дружно! Раз, два, три! Вперед, богатыри! Здравствуйте, ребятушки! Ну что, узнали нас? Нет, вот смотри, мальчика, глаза-то какие, не узнал нас. Представиться, наверное. Давай! Величают меня Муромец Илья! Алёша, не ври! И в бобслее без меня! Ну, никак нельзя! Алёша Попович поставит рекорд. Ведь самый лучший в мире спорт – это сноуборд. Да какой сноуборд? Говорю тебе, бобслей. Он самый быстрый, самый скоростной и безопасный. Что такое это? Я тебе. Что за ругань? Какой ребятам пример подаёте? Нормально. Что за пример? Мы вас позвали... Не просто так. А для чего? Повеселиться хотим, да, ребята? Да! Ну, тоже надо веселиться, ребята, на корочках ведь. У вас, ребятки, силушки-то богатырской много? Да! А смелости у каждого из вас хватает? Да! А веселья до задора? Да! Дедушка Мороз, ты слышал? Да! Да! Молодцы, уши-то прочистили ему. Снеговиков не забываем и за богатырями. Кто взял кусочки от родителей? Дайте мой снеговик. Снеговиков в карман. Ручкой помашите, до свидания, скажите. Как скатились, сразу отходим, потому что за вами кто-то еще, и вас могут сбить. По горочкам мы с вами не ходим, а ходим только по мостику. По мостику коричневому, который светится. На лестницах мы с вами не толкаемся. Потом приедет снегоход. Как приедет снегоход, откроются еще две новые горочки, а две встречные закроются. На двух новых, кто там не хочет слушать? Девочки, мальчики, слушаем. На новых горочках мы будем кататься на ватрушках и на попах. У всех есть попы. Ну хорошо, тогда будут все кататься. Ну что ж, вперед за ватрушками! Yeah.
Алло. Нет еще, с горок уже катаются, но, видимо, финальное, все уже. Вон, орут, слышишь? Вот в этот раз вообще все идеально. В прошлый раз, видимо, или одежда была неподходящая. Но сейчас ни ноги, ничего, вообще идеально. Yeah.
Подарки-то хотите? Да! Пойдемте, пойдемте.
Так, рассаживайтесь, девочки, мальчики, все.
Они садятся не так, ну, пусть по-другому, лишь бы по двое. Главное, все сядьте, кто как тут.